Векст, мы внедряем тебя в секретную миссию под прикрытием. Ты будешь Беатрис Лёба. Беатрис Лёба? Это же девочка. Я как бы, ну, совсем не похож на девочку. Я прибуду на другую планету, и что я скажу там мужикам? Типа, привет, я Беатрис Лёба. А они мне такие: о, Люба, привет, проходи, проходи. Ха, пока летела, борода отросла, да? Да, бывает, бывает, ничего. Ну, во-первых, не Люба, а Лёба. А во-вторых, на планете ты будешь единственным. Зашибись. На расстоянии в 1000 световых лет от Земли, на планете, известной как Беспредельное Запределье, Беатрис Лёба начинает свой первый день в качестве фермера слаймов. Приветище! И не спрашивай, каким макаром я вообще сюда забрел на эту ферму слаймов. Ну вообще, если по чесноку, то я давно смотрел про эту игруху и очень захотелось мне в нее поиграть. И теперь давай поехали! Вперед, налево, назад, вправо! Так, что дальше-то делаем? Эй, слаймик, приветище! Подпрыгни! Да, мы сейчас, короче, делаем упражнение по подсказкам, потому что я играю вместе с тобой здесь впервые. Не, ну ты, может, играл уже в эту игруху, я-то первый раз играю. В общем, мне нужны подсказочки. Запылесось по-фермерски. Ничего себе, вот это название. Уважуха за такое название, запылесось по-фермерски. Я твой рюкзак пылесосил. Это я не в ту тему, короче. Так, читай подсказочку. Твой рюкзак пылесосит, может запылесосить... Все, запутался. Твой рюкзак-пылесос может запылесосить в себя вещи и хранить их в вакуумном отсеке. Нажми и удерживай правую кнопку. Сейчас. Что-то у меня, походу, пылесос сломался. А, вот моя дырявая голова. Это же это... Я левую кнопку жму. Надо правую. Вот это всасыватель. Ты только глянь. У меня такое ощущение, что я сейчас тут все горы засосу. Да и солнышко, и небо, и вообще все нафиг. О! Это ты надел на моей ферме? Ты нафунякал здесь? А ну-ка иди сюда, я тебя сейчас засосу. Опа! Розового слайма засосал. Как было научно доказано, их кораллово-розовая краска цвет радости. Спасибо за эту научную информацию. Ты запылесосил слайма. Слаймы — это путь к успеху. Выстрели слаймом в загон сквозь ограждень. Фу, сейчас пульну. Погоди, это что, курица, что ли? Эй, ты подрипанный, иди сюда. Курицу засосал. Вид сытной курицы, специально выведенный так, чтобы быть в два раза вкуснее аналога на планете Земля. О, вот это я на самом деле очень обожаю курицу. Там курица-гриль и все такое. Вот эту вот курицу я попробовал. Она такая прям мясистая, такая вздутая. Слушай, у нее такие глаза выпученные, какая-то она стрёмная, если честно. Так, что у нас тут это есть там? А, во. Надо выстрелить в загон, да? Давай-ка я, может, с курицей выстрелю вначале, проверю. Это как бы... Курица-испытатель. Пуляем. Мало ли, вдруг что случится. Она как шарик просто об стеночку ударилась, такая хоп, и легла на землю. Какая же ты жирная, слушай, ты пос... Ой-ой-ой, она, кажется, она на меня матерится. Она меня, походу, это, отправила куда подальше. Ладно, а что если я сейчас в нее смайликом за... Ой, смайликом, слаймом запущу прямо вот так вот ей в попенцию. Так, подожди, надо вот так вот ей. Ты только глянь, как она на меня матюгается, а. Сейчас получишь у меня. Вот так. Вот так вот. Воу, нифига, ты видел это? Он ее съел. Мама дорогая. И какую-то штуку произвел. Так. А, это надо, наверное, запылесосить. Ой, вместе со слаймом запылесосил. Так, слайм, ты обратно возвращаешься. Что это за фигню ты сделал? Это розовый плорт. Ясно. Получена вкусная еда. Такая еда, как фрукты, овощи и курицы, идет на скорм слаймом. Попробуй выстрелить едой в розовый слайм. Они едят все. О, божечки. Это же всеядная штука, как свинюха. Свинюхи же все едят. И слаймы тоже все. Ты посмотри на этого цыпленка, как он носится. Бежал, бежал, споткнулся, как колобок катится теперь. Так, а ну иди сюда. О, да вас тут двое. Так. Цып-цыпчик. Они такие маленькие и мягонькие, что может показаться, что внутри у них зефир. Я, кстати, обожаю зефир. Ну, цыпленок, похожий на зефир, это какое-то извращенство. Вот серьезно, я тебе говорю, это просто какой-то беспредел. Зачем они так это сделали? Точнее, ну, цыпленка зефирку. Че у нас там? Давай пойдем вон туда, посмотрим. Я здесь еще не ходил. Так, ага, здесь у нас какая-то локация. Ясно. Возвращаюсь на ферму.
А, точно, мне ж надо покормить, попробовать покормить моего слайма. Пока одинокого слайма, короче, мне надо покормить. Так, цыпленок, где ты там? Цып-цыпчик. Давай, надо выстрелить в него, да? Повернись ко мне. Открой свой рот. Ну, открой же, хорош скакать, я тебя покормить хочу. А то я сейчас тебе в глаз выстрелю. Опс, промахнулся цыпленок, ты там живой? Он так лежит забавно. Я думал, что все, ему кирдец. Так, открой рот, говорю. Ну давай так ему попробуем впихнуть. Получил в жбан. Не хотел есть, да? А я заставлю тебя. Вот так. Блин, так жалко его на самом-то деле. Расстрелял его цыплятами. Так, ладно, иди сюда. Кстати, знаешь, что я хочу проверить? Я хочу проверить вот эту штуку. Могу ли я швырнуть при помощи своего пылесоса куда-нибудь этого слайма? Подожди, куда ты побежал? Воу! Прикинь, могу. Вот этот прикол. Это как кнут какой-то. Сейчас покажу, смотри. О, блин, запылесосил. А ну-ка, как высоко он выстрелит? Полетел. А теперь ловим его, ловим. И я его куда-то швырнул опять. Нифига себе, вот это я понимаю, швырялка. И не только засасывалка. И швырялка еще вдобавок. Так, есть у меня один смайлик. Фу ты, почему смайлик-то, слаймик? Давай его отправим с тобой в это, в загон. А то тут нашему одинокому товарищу скучно. А мы ему подругу или друга привезли, я даже не знаю. У них же там это, непонятно, что за пол. Слушай, что-то они друг с другом не хотят общаться. Видимо, они голодненькие. Я вот тут курицу заметил. А ну иди сюда. Давай-ка мы им сейчас запульнем. Вот так вот. Кто-нибудь хочет ее съесть? Нет, кажется, им пофиг. Когда слаймы едят, они производят плорты. Да это я уже понял, спасибо, Кэп. Ты посмотри, как они на эту курицу смотрят. Такие, знаешь, смотрели. И потом хопа, и съели сразу же. Вот это вы дикари, товарищи розовые слаймы. Погоди, дай-ка я попробую. Ай, блин, двоих засосал. Дай-ка попробую слайм в слайм выстрелить. Да что такое-то? Не убегай, подожди. Да ладно, фиг с ними. Так, мне надо вон туда подойти. Сейчас, я засосу тут еще оставшихся слаймов. О, смотри, здесь просто так валяется этот плорт. Вот здесь еще два слаймика. Один готов, второй готов. Пошли ко мне на ферму. Сейчас задружитесь тут с чуваками. Они какие-то, знаете, это... Они какие-то пессимисты. Надеюсь, эти слаймы очень радостные. Вот так вот, все повеселее будет. А, знаешь, еще что? Я тут морковку же видел. Вдруг они морковку любят. Давай-ка мы им морковки подкинем. Вроде бы все, да? Морковочка прибыла. Открывай ротище. Кто-нибудь? Нифига себе, сразу ее схрумкали. Ты посмотри-ка. Опс. Цыпчика засосал. Ну-ка, давай еще раз выстрелим в него. Прикинь, они как его хрумкают. Они просто обожают морковку. Офигеть. Надо побольше морковки где-нибудь раздобыть. Короче, несмотря на то, что говорят, что они всеядные, цып-цыпчиков они не едят. Видимо, они это, ну, гуманные слаймы, маленьких не трогают. Поэтому надо кормить их курицами, огромными, пышными, толстыми курицами и морковками. Морковку они просто за щеки, за обе щеки просто заматывают. Так, когда слаймы едят, они... А, это я уже читал. Так, надо подойти сюда и вкинуть мои розовые плорты. Плорт-маркет. Это, короче, плорт-маркет. Здесь я могу вот эти рубины розовые поменять на нью-баксы. Выстрели плортом в плорт-маркет и получи деньги. Давай мне деньги. Сколько я заработал? Короче, я сотню поднял, да? Ясно. А это что за штука? Давай-ка посмотрим. А, это слаймопеди, все понятно, здесь мне расскажут и научат, что и как, если у меня будут вопросы. Азы ты освоил, теперь основные правила тебе известны. Сейчас пришло время выйти на разведку. Запомни, самый лучший способ стать опытным фермером – это экспериментировать. Кто не рискует, тот не выигрывает. О, ну это прям для меня, я люблю экспериментировать и люблю экстрим. Во, это все для меня. Так, наступила уже ночь. Какое красивое здесь небо. Что делать-то? А, это типа моя квартирка, что ли? Ну-ка, пойдем зайдем. Оу, это ж я. Нос моя картошка, чё щёк-то залеплено? Пластырь на щеке, те чё, слаймы, что ли, кусали?
На самом деле у нее голова как у самого Смайла, блин. Зато пушка крутая. Так, звездная почта. Спать до утра. Возврат на ферму. Я вначале прочитал, что взорвать ферму. Нафиг вообще ее. Я бы, да, была бы такая кнопка, я бы нажал. Так, звездная почта. Давай посмотрим, что там у нас. Проснись и пой, Кейси. Читать. Я вообще ненавижу читать. Короче, я типа прочитал почту, все. И давай спать до утра. Потому что ненавижу ночь. О, курицы. Не зря я вожу. Завел куриц. Кукарекают по утрам. Будет. Короче, возврат на ферму. Так, утрица. Хотя это прям раннее утро. Вон там рассвет. Посмотри, какой красивый. Ух. Интересно, я могу отсюда спрыгнуть в воду? Ой, блин, случайно получилось. Это что за значки такие? Добро пожаловать назад. Если ты ушел в нокаут, то будешь приходить в себя не менее 12 часов. Если не будешь достаточно внимателен, можешь проснуться среди голодных буйных слаймов у себя на ферме. Опасная штука. А я и не знал, что слаймы очень злые, когда голодные. Господи, зачем я держу их у себя на ферме вообще? В общем, бегу куда хочу. Высший риф. Ну, пойдем посмотрим. Что... Ух ты, посмотри, сколько здесь слаймов. Чуваки! Все, я вас всех, короче, забираю. Ё-моё, ты посмотри, как я их всех засосал. Просто горсть всю эту. О, морковки, сколько здесь просто. Я устроил налет на слаймов. О-о-о-о-о-о. Кто-то хотел покомячить морковки, но я не дал ему. Блин, ты только глянь, сколько их здесь. Это ж пипец. Пипец. Так, вот это тоже мне надо забрать. Опа, кто это там в траве спрятался? Всех заберу. Че это вы здесь? А, туда я не могу прыгнуть, да? О, еще один. Иди сюда. Так, вроде всех собрал. Лор, ты тоже все собрал. Здесь еда у нас. О, это что, гранат, что ли? А, нет, это какой-то фрукт. Что за фрукт? Пого-фрукт. Самый распространенный и вкусный фрукт в Запределье. О, да тут их целая куча. Офигеть их, ты посмотри. Просто повернулся, здесь еще гора этих слаймов. Чё-то я начинаю немножечко паниковать. Я так подумал, если здесь 7 слаймов не хватит еды, они ж на меня начнут кидаться, как зомбаки. Так, все, я забил. Чё, все? Все, у меня пылесос переполнен. Бежим к нам на ферму. Сейчас надо это все дело выпустить в загон. Давай, давай, беги, теточка, теточка, беги. Да, мы же за теточку играем. Ну, за девочку, ладно. Так, выпуливаю все в загон. Воу-воу-воу, ты посмотри, они через верх летят. Проказники. Что-то у меня какой-то беспонтовый загончик. Надо побольше сделать забор. Вот так вот. И морковочки, ребята. Куда? Стопы. Устроили побег из Шоушенка. Тих-тих-тих, не надо так убегать-то. Где они подкоп устроили? Ну-ка. Может быть, загон просто сломали? Так, возвращаю обратно. Хотел морковочкой их покормить, а они тут устроили мне. Так, ребят, налетайте, в общем. О, смотри, здесь все на меня так смотрят. Дай морковку пожевать. На, короче, получай морковку. Вот так вот просто расстреляю сейчас всех морковками. И вот этим пого-фруктом. Ловите, ребят. Лови, достижение разблокировал. Круто. Как мне теперь эти плорты собирать? Я сейчас тут еще половину слаймов засосу. Так, ладно. Тихо-тихо-тихо, не выпрыгивай. Нельзя так делать. Ну да. Всех нафиг засосал. Но зато вроде бы все забрал. А, нет, не все. А! Вот так вот сделаю. Опа! Так-так, это уже обратно надо выплюнуть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не выпрыгивайте. Господа... Слизняки, все. Пойду все это дело продам сейчас. Ага. Воу-воу-воу, куда она улетела? Во. Хочу посмотреть, сколько стоит один плорт. Дай, переключить забыл. 11 монеток, короче, стоит один плорт. Все ясно, теперь выплевываю все. Все. Еще один там остался где-то. Огонь. Все, все выплюнул. Так. Пойду теперь за новой пачкой слаймов. Вот это еще забыл. Посмотри, что это такое.
Звонок другу. Это что, типа скайп местный? Ты посмотри, какой он здоровый. Кстати, сюда тоже плорт-то можно запустить. Ну-ка, активировать. Выручи меня, и я прослежу, чтобы ты получила то, что тебе причитается. Спасибо, бабуль. А чем выручить-то? А, ей нужно, короче, морковку. 16 морковок, 10 куриц. Тьфу ты, это я вот это получу за 9 плортов и... Вот это клубника, что ли, квадратная? Я не понимаю. Куда бежать, где искать, даже не представляю. Ладно, пойдем сюда еще раз забежим. Здесь у нас... О-о-о, ты посмотри, они откуда появились? Они из камня вылетели просто. О, а это ж морковка. Морковки пока нету, понял. Так, пойду искать фрукт этот, квадратную клубнику. Надеюсь, что она здесь где-нибудь есть. О, плорты. Ништяк, ништяк. А это гнездо. Вы в гнездо плорт собираете. Ничего себе вы крутые. Птицы и слаймы. Так, это что у нас? Слайм спрятался здесь. О! Это вот эти полуфрукты, как они там, грейпфрукты, блин, фиг поймешь, я еще не выучил местный язык, я не местный, короче. Так, а где эти квадратные, как там, клубника квадратная, где ты? О-о-о, синие слаймы. Офигеть. О-о-о, больно. Ничего себе. Не, я пошел отсюда. Потом вернусь за вами. Мне нужен квадратный фрукт. Так, предлагаю сходить вот сюда. Наверное, здесь есть какие-нибудь новые фрукты. Ага, фига тебе. Огромная такая фига. Ладно, плорты пока заряжу сюда. Так. Еще надо 5 штук. 5 плортов. А, да, я ж морковку нашел. Сейчас покормлю. Так, ребят, хрустите, хрумкайте. Как раз 5 флортов должно быть. Плортов. Флорты, плорты. А ну иди сюда, блин. Да, 5. Ништяк. Все, бабуль, и держи. Главное успеть еще найти 7 вот таких фруктов. У меня 21 минута есть. Огонь. Тогда я побегу вот сюда. Что это такое? А, запретная зона. Нельзя туда. Понятно, тогда еще одно место у меня осталось. Это вот сюда. А, тоже борода. Ясно. Значит, короче, только там надо разведывать всю территорию. Я снова вернулся к этим водяным слаймам, хотя я не знаю, что это за вид вообще. Давай соберем, посмотрим, что же это за вид такой. Скалистый слайм. А, вон оно что. Эти слаймы восстали из металла. Блин, поэтому их нужно опасаться. Они очень больнючие. Так, забираю парочку для экспериментов. И где же здесь у нас может быть этот фрукт-то квадратный? О, нифига себе, ты посмотри, какой здоровый! О, что это? Как-то произошло? О, тихо. О, мой лорго! Лорго-слаймы — это большие слаймы-гибриды, которые формируются, если слайм съесть чужеродный плорт. Если их запылесосишь, они прилипнут к дулу. Так, куда выстрелить? Давай выстрелю в этого. Вот так вот. Не, я их пока собирать не хочу, а плорты я заберу. А, так, здесь еще есть. Благо, они пока не косучие. Но они такие здоровые, что-то как-то я их стремаюсь. Вдруг они реально что-нибудь мне ногу откусят там или еще что. Так, где этот плод-то может быть? Что-то я как-то уже далековато убежал. О. А откуда они вываливаются? Скажите мне, пожалуйста, там есть какие-то... Каменные ушастые слаймы. Смотри, какое дерево, сколько здесь этих фруктов. Так, давай заберем это все. Будет чем покормить сегодня вечером слаймиков. Так, вот это тоже. Это что пролетел? Ты кто такой? А, это курица, блин. Че, что она так меня пугает? А это что за водичка? Погоди, я воду еще могу набирать. А для чего мне вода, интересно? О, ты посмотри, какой слайм. Скалистый розовый слайм. Офигеть. Я вот эту штуку еще не нажимал. Ну-ка, давай нажмем. Посмотрим, что... А, подожди, Е, чтобы активировать. О, так это ж карта. Карта беспредельного запределья. Местонахождение. Высохший риф. Ясно, я сейчас здесь. А не подскажите, пожалуйста, где здесь есть квадратная клубника? Ты только глянь на эту карту. О, здесь еще есть. Какая здесь огроменная карта. Я же запарюсь здесь бегать на своих двух. Мне как бы транспорт нужен. Так, слушай, я здесь так понял, что можно еще как-то перепрыгнуть вон туда, да? Ну-ка, пойдем. Может, там этот фрукт есть? На острове? О, что это за здоровая такая штука?
Нет, это не тот фрукт. Розовый Гордо. По-моему, он спит. А что, если я ему сейчас, урод, пого-фрукт кину? Ха-ха, прикольно. Грибы. Не, грибы я не могу собрать, я не лесник. Короче, я весь день пробегал и нигде не нашел вот этого фрукта. Я фиг знает, где его искать, уже ночь на дворе, я там боялся бегать, там какие-то страшнющие слаймы появились. Так что надо обратиться к Википедии. Но сперва, я даже не знаю, вот этого скалистого слайма можно сюда закинуть? Они же его, или он их, не знаю, никто же никого не съест. Они же там вроде бы на воле вместе дружат. Ладно, пока сюда скину курицу им. Ой, курицу сразу съели. Ну вот. Ладно, вот вам фрукты. Покушайте на ночь. Не злитесь только. Ты чё, выпрыгнул? О, молодец, обратно сам запрыгнул. Красавчик. А я пойду в Вики слайм почитаю. Может быть, мне кто расскажет, где там этот фрукт достать можно. Нифига нету. Чтобы что-то узнать про этот фрукт, нужно его найти сперва. Где его искать, фиг поймешь. Вот этот борода. Как быть-то? У меня 13 минут еще осталось. Оп, ты посмотри, у меня тут слаймы это превратились в розовых скалистых. Прикольно. Вот это я понимаю, ферма. Сидишь и это, разводишь себе слаймов всяких разных. На сегодня наши похождения закончились, и все-таки ночь на дворе. Но мне нужна ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, вы же все-таки поопытнее будете меня. Вы уже поиграли, наверное, или видели как? Или где найти вот этот фрукт, квадратную эту клубнику или землянику, фиг ее знает. Где ее можно найти? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну, а в следующей серии мы отправимся на поиски этого фрукта. Ну и, естественно... Эй, стоп, куда побежал? Смотри, какой хитрюган. И, конечно же, нужно будет сделать новый загон, потому что здесь очень много слаймов, и они уже начинают сбегать с этого загона. Если тебе нравится ферма слаймов, то с тебя лайкосик, комментарий под видео, в том числе и где найти вот этот фрукт. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. Всем спасибо, удачки, пока! Thank you.